около вашего дома нет парковки или детской площадки, тогда она идет к вам. Речь про программу инициативного бюджетирования. По ней продолжают благоустраивать столичные дворы. Так, с демонтажа старых конструкций осенью прошлого года началось благоустройство двора по улице Текстильщиков в Чебоксарах. В эти летние каникулы детям из окрестных домов есть чем заняться во дворе. Погнали! Рядом с детским городком зона с уличными тренажерами и спортивной площадки. Вот такие падения во время игры больше не заканчиваются ссадинами благодаря специальному прорезиненному покрытию. Кроме того, во дворе построили автостоянку для своих жителей и две гостевые парковки. Все это сделано по программе инициативного бюджетирования. От жителей требуется инициатива и софинансирование в размере 5%. Сметная стоимость этого объекта обошлась 5 700 000 рублей. 286 тысяч собрали сами собственники этих шестиквартирных домов. Мы, жители 6 домов, объединились, и поэтому нагрузка вот для жителей она была не такой масштабной. В планах у инициативной группы этих домов теперь озеленение. В этом году в Калининском районе по программе инициативного бюджетирования должны благоустроить еще один двор по улице Ярмарочная. В ближайшее время районная администрация определит подрядчика. Ольга Пырочкина, Маргарита Мельникова, Бахтияр Велиев, Республика.